Здравствуйте, это программа «Модная линия» и спонсор нашей программы – студия «Боконцепт». «Боконцепт» – это такая уникальная студия, которая сочетает в себе лучшие российские ростовские умы и мебель датского производства. Компания «Боконцепт» полагает, что каждый должен жить в такой обстановке, которая соответствует его личным представлениям о жизни, при этом не опустошает кошелек. Это вы должны запомнить, и также должны запомнить, что программа окончится, а после этого можно отправиться в студию «Боконцепт» в торговом центре «Миллениума» на Текучева. Там удовлетворят любые ваши желания. Считается, что если в кого-то ненароком попадет молния, то человек приобретает необычайные способности. Например, начинает разговаривать на незнаемых до этого языках или становится слегка сумасшедшим, в хорошем смысле, если, конечно, остается жив. Слава богу, что из всех модельеров, которые примут участие в «Золотой молнии», все живы, здоровы, а результаты мы сейчас увидим. История названия «СПА» на самом деле разнообразна. Некоторые считают, что название «СПА» произошло от деревеньки, горной деревеньки,